Нахожусь в Хайфе, в районе Хайфа, который называется Шпринцек. Вот, хочу показать вам улицу небольшую, по идее. Улица Шалом Касам называется. Вот такая улица, здесь обычные коробки находятся. Вот обычные двора, это на самом верху Карпеля. Вот. Это небольшой даже. Вот она мне зайдет, кажется. Не знаю, первый раз на этой улице. Вот такие здесь коробки стоят обычные, блин. Я их не переношу. Их архитектуру, внешний вид. Вот тут здесь хороший парк сделан. Вот такой здесь парк. Особенно летом можно отдохнуть хорошо, я чувствую. Вот такой небольшой здесь улочка, нет, сейчас небольшая улица, улочки Шалом Касам, в регионе Харьков Шпринцек. Это упирается прямо в клуб, называется клуб Вишенька. Вот. Так он упирается, не знаю, это продолжение улицы там дальше или нет. Посмотрим, что там находится. Здесь, кроме всего, еще, кроме клуба, детский садик находится. Нет, здесь. Дальше публичный туалет и парк. Скорее всего, это конец улицы. Вот так была небольшая прогулка по улице Шалом Касам. В районе Хайфы, Шпринцек. Вот этот парк. Мы вышли, спустились в этот парк. Вот здесь такой, рядом с этой улицей, такой парк красивый. Вот. Отдохнуть здесь. Воздух хороший очень. Зашел, сразу чувствуется. Отходняк. Можно отдохнуть явно. Вот. Итак, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.